Он прожил в Бузулуке немного лет, но оставил после себя очень яркий след. Почему? Поскольку, во-первых, работал буквально на нескольких работах. То есть помимо начальника отдела уездного народного отдела образования, он еще руководил подготовкой учителей для сельских школ. Вот в этом здании, кстати, эти курсы располагались, где сегодня открыта мемориальная доска. Таким образом, городу Бузулуку, помимо того, что он вот обладал орденами чешским, Красная Звезда, поскольку в годы войны здесь формировались чешские военные подразделения, орден Знак Почета был присвоен за трудовой вклад, и, значит, вот в том числе город трудовой славы, и, я говорю, частичка труда Ивана Николаевича Винокурова в этом присутствует.